Шеф, есть идея. Мое фирменное блюдо. Курица в сливочном соусе со шпинатом и кедровыми орешками. Когда я работал в ресторане в Воронеже, все были от него в восторге. Супер идея. А я, пожалуй, прибыл твое предложение в непонятный человек, попавший случайно сегодня днем на мою кухню. Ведь твое блюдо было хитом в самом Воронеже. Федя! Да? Тащи еще 5 ящиков бананов. Видишь, человеку делать нечего. Есть, шеф. Шеф, ну что за бред?